Если мы на самом деле поймем и вот эту свою доминанту нашего желания мы как бы определим внутри, вот как бы сказать, того, что есть доминант, достижимые обстоятельства, и как бы перенастроим ее на то, чтобы идти в достижимые обстоятельства, тогда мы будем жить прекрасными мобилизационными моментами, когда будем там, условно говоря, прямо «их», а потом она будет добиваться результата, получать то, что нужно, и доминанта будет завершаться. Вот как хотели пожрать, пожрали, все, нажрались, отдыхаем, рождаем новую доминанту, делаем другими делами, занимаемся. Вот, поэтому конкретизация образов, цели – это суперважная штука. Это, собственно говоря, и есть способ работы с доминантой, с тем, чтобы она обретала реализуемость и не была просто вот этой прорвой, черной дырой, которая способна бесконечно делать.